Йотунхейм! Мы отправимся в Йотунхейм! Мы найдем затерянный мир великанов! Это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Это мост в Йотунхейм. Он похож на те странные двери. Наверное, Мимир поможет нам во всем разобраться, если мы его воскресим. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший, а ты ему голову отрезал. Сын, не сходи с пути! Да, да, помню. С ума сойти! К нам в дом пришел Бальдер, один из асов. Бальдер! И ты с ним сразился и победил! Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Ладно. Глупо, конечно, но я надеялся, что мы найдем на той горе великана. Видать, они и правда все ушли. Ну, кроме змея. Он, наверное, последний в своем роде. Ты тоже последний из своих? Потому не любишь говорить о... Своих? Ну, я про твою семью. Да меня и маму. Откуда ты родом? Кто мать и отец? Не время сейчас для этого. Понял. Пожрать спокойно. Я же не ору тебя над ухом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. Оставь его. Да чтоб... Вы уже нарушили мое одиночество. Можете составить компанию. Мы не голодны. Славно. Я вам и не предлагаю. Видели твоего брата. С чем и поздравляю. И небось опять дали ему вдосталь поизгаляться над моим топором? Ну, показывай. Этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Он там не отощал? Да нет. Хорошо. Так лучше. Ну и что вам еще надо, а? Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, поди заставь его нормальной горячей жратвы состряп.
Похоже, в семье весь аппетит мне достался. Как и мозги. Скучаешь? По этому придурку? Да вот еще. Ну просто... Слушай, ты бы шел уже, а? Хватит жужжать тут над ухом. Я уже устал от тебя. Ну, парень... Решил чего? Ладно, если это тебя устроит. А для сынка? Если кто полезет, сразу в зубы суй. Еще чего закажешь? Что же там еще было? Как попасть обратно к ведьме, сын? Сперва найдем лодку. Хорошо. И куда мы направимся теперь? Вон там, за большой статуей Тора. Здесь можно причалить. Вода убыла. Когда змей вылез. Да, я помню. Ведьма многое умеет, но сможет ли оживить голову? Она вроде искусна в своем ремесле, и терять нам нечего. А если не получится, мы голову себе оставим? Нет, но можешь скормить ее рыбам. Ладно. Я готов!
только ключ к рунам Муспельхейма. Здесь еще и руна пути. Похоже на выход. Атрей, за мной! Уже иду! Сын, сюда. Это еще одна карта. Крепко заперто. Oh!
нас сильные враги. Эй, а вот черная чаша с песком. Как та, в которой я рисовал руны. Только как туда попасть? Пойди сюда. Слушаюсь. Так, вот тут я точно не допрыгну. Будет весело. Еще немного. Эти доски мешают мне перепрыгнуть. Да, это и впрямь чаша с песком. Вау! Назад, асы. Похоже, богам тут не рады. Вон она! Надеюсь, она нас помнит. Мне как раз было интересно. Привет, Чарли. Твоя подруга здесь? Что это за имя? Она сказала, что ее так зовут. Ну,
Я так услышал в голове, Чарли. Сейдер не Динс, но любого, кто ступит сюда. Еще одна чаша с песком. Что там сказано? Я и ястреба, и сокола вознесу в небеса высоко. Что? Жаль, мамы здесь нет. Читай. Слушаюсь. Смерть богу воронов, повелитель висельников. Наверняка ответ есть где-то поблизости. Приготовься! Oh!
знаем, на что это обменять? Сюда. Ой, остальные руны были спрятаны за холмом. Это Виндер. Ветер. Обратно к чаше. Рисуй. Да. Вин. Смотри. Отец, она здесь! Я очень-очень рад тебя видеть! Я знал, что ты жива! Привет! Ой, а ты можешь оживить голову? Я не очень понимаю, что... Погоди. Где ты это взял? Эти стрелы. Дай их мне. Быстро! Ну, это подарок. Делай, что тебе говорят. Это очень опасные стрелы. Колдовские.
Если найдешь еще, уничтожь их. Понял? Ты меня понял или нет? Отвечай! Да, я понял. Если найду, уничтожу. Очень хорошо. Прости. Если хочешь, возьми мои стрелы взамен. Они мне больше не нужны. Ну, что там за голова? Ты хоть сам понимаешь, кто это? Ты убил его? По его просьбе. Он сказал, что ты его оживишь. Я? А ты не ослышался? Пожалуйста. Неси его к столу. Эмили! Я уже очень давно не занималась древней магией. Подержи. Давай посмотрим. Ну, к счастью, голова не сильно сгнила, и мозг все еще цел. Хороший срез. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял? Довольно. Получилось! Покажи мне. Эй, Мимир, слышишь? Да. Хорошо. О, Фрейя, давно не виделись. Хорошо выглядишь. Я сделала это только для них. Лично я считаю, что тебе лучше быть мертвым. Я бы поклонился, если бы мог. Прости меня. Если бы я знал, что ведьма в лесу сама Фрейя, никогда бы такого не предложил. Фрейя? Ты что, богиня Фрейя? Ой, ты не знал. Прости. Когда пройдет слух, что Мимир на свободе, Один будет в ярости. Ты богиня. Была первой среди ванов когда-то. Теперь уже нет. Ты не сочла нужным об этом сказать. Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу? Сын, мы уходим. Но... Живо. Не за что. Зачем ты так? Ей нельзя доверять. Потому что богиня? Я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра к озеру Девяти, и я доставлю вас в Йотунхейм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И, кстати, Йормунганд – блестящий собеседник, хотя по виду этого, может, и не скажешь. Атрей, ко мне! Почему Фрейя плюнула тебе в лицо? Нет. Говори о Бальдре. Он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдр неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места.
Боюсь, что нет. Бальдер неуязвим, ему не причинить ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Минир. Разве? Откуда взялась его сила? Если я верно помню, это связано с магией? Минир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца отжили. Им нужно немного времени. Он хоть не сломался? Немир, мы на озере. Хорошо. Причаль у моста. Фрея плюнула тебе в лицо. Хватит. Никаких историй в пути. Надо за дорогой следить. Я его понимаю. Я потом закончу. Голова, как поговорить со змеем? На середине моста есть рог. Отнеси меня туда. Наконец-то! Это рог! Хорошо. Дай мне подуть, Брок. Поставил тут эту статую в честь Тора. А мировой змей этого жирного болвана ну просто вообще терпеть не может. Наверное, устал на него смотреть. А ему не больно? Ну, видишь ли, в чем дело. Тор и мировой змей давно враждовали. И будут впредь. Наверное, смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть ползущий по кишкам камень. Хочешь, я его спрошу? Нет. Нас интересует только Йотунхейм. Ну, пожелайте мне удачи. Парни, все в порядке, он меня помнит. Он соболезнует вам и поможет. Любопытно. В чем дело? Беспокоиться не о чем. Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно. Чтобы попасть в страну великанов, нам нужно две вещи. Во-первых, надо узнать путевую руну Йотунхейма. Во-вторых, надо вырезать эту руну на особых вратах. С горы, где мы тебя встретили? Верно. Только бесконечно мудрые великаны сделали так, чтобы обычный резец тут бы не помог. Только волшебное зубило откроет ворота. К счастью, я знаю, где оно. Совсем рядом. Он сперва будто разозлился. А, он подумал, что вы друзья Одина. Прошу меня простить, никогда не говорил на древнем языке трезв. Смотри, вода опустилась еще ниже.
Можно увидеть и башни миров, и статую. И я вижу, где еще полазать на берегу. Где этот резец? Найди лодку, и я покажу путь. Теперь я могу прочесть. Но это имя. Эйр! Ого! Это имя ее зажгло. Это имя одной из валькирий. Очень любопытно. Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца. Или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решил. Кошмары! О, жуткие твари! Карта сокровищ! Отлично!
У меня к вам просьба, совсем небольшая. Помните кинжал, который вы мне дали? Кинжал из спины разбойника, которого убил родной сын? Ну да, конечно, я помню. Он был у разбойников, которые засели в крепости Нортри. Бьюсь об заклад, что именно туда они отнесли добычу из склада Фафнера. Вместе с тем камнем, который мне нужен. Чтобы помочь вам. В этих поисках нам никакого смысла. Есть смысл, если Синдри сделает нам хорошее оружие на этом точильном камне. К тому же, этот урод убил родного отца. Здесь есть на что посмотреть. Что здесь было? Неужели? 8 тронов. Хватит юлить, голова. Тебе знакомо это место? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я многое знаю. Не знаю, что тут было, но явно что-то важное. Для кого? Тут нет ничего ценного.
Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Попасть к крестцу. Нам туда, к статуям грибцов, а потом между ними. Мимир, так почему Фрея плюнула тебе в лицо? Ну, она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванами. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавой, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? Именно. Вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода ванов, славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще сведущая в магии ванов, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Зачем это ей? И она пошла на эту жертву, чтобы защитить свой народ. Воистину, Фрея достойна лучшей участи, но история, конечно, не так проста.
только фрагмент шифра. Нужно найти еще несколько таких. А, Фафнир. Всегда хотел узнать, что с ним стало. Стой! Фафнир? Который из склада Фафнира? Он самый. Синдри сказал, что он был гном. Так и есть. А теперь он дракон. Забавно все вышло, да? Он закован. Ну что, поищем связующие алтари и освободим беднягу? Да, парни? Ненавидели все, как ваны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь, недавно освобождёшься. Никто не заслужил. Даже алчный клон дракон. Привычкой красть магический артефакт. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини ванов. Thank you.
Атрей, ко мне. Сын. Любопытно.